Наводнение обрушилось на южное побережье Мексики перед приходом тропической депрессии. В город Хучитан в штате Геррера, недалеко от побережья Тихого океана, прибыли дополнительные отряды нацгвардейцев и военных. Здесь затопило дома, а тысячи людей были вынуждены эвакуироваться из-за разлива местной реки. Надеюсь, это нас не затронет, так как нижняя часть Хучитана уже затоплена, там работает Национальная гвардия. Все классы и университет будут заняты, чтобы укрыть более 1500 человек. Давайте надеяться, что в этом не будет необходимости. Тем не менее, на случай, если нам это понадобится, все готово. Мы собрали вещи около 4 утра и покинули дом. Больно оставлять вещи и дом, но жизнь и целостность нашей семьи превыше всего. Национальный центр США по наблюдению за ураганами предупредил, что на регион обрушатся еще более сильные дожди, поскольку тропическая депрессия под названием 11E усиливается. Есть опасность новых наводнений и оползней в районах, уже затопленных недавними штормами. На прошлой неделе ураган Джон обрушил огромное количество осадков на некоторые из тех же районов, вызвав оползни и забрав жизни по меньшей мере 22 человек.